Итак, всем привет, сегодня продолжаем играть в Субнавтику. Первым делом я бы хотел в этой серии... Да, пополнить запас жидкости, как раз я хотел это сказать. А конкретнее я хотел сказать, что... Я собираюсь пойти, наверное, в экспедицию. Мне давно хотелось исследовать, что у нас вон в той стороне, на более высокой глубине. Как вы помните, в прошлой серии мы улучшили подлодку, так что... теперь мы можем плавать вообще на невероятной глубины. Сейчас мы пойдем исследовать океан. Потому что, ну блин, пора бы. Знаете, не каждой серии дано быть сюжетной. Не каждой серии должно быть такой, где мы с вами идем, вот продвигаемся прям в игре, знаете, в плане сюжетной линии, в плане... Да-да-да-да-да, сейчас я поем. Не в каждой серии мы должны спасать эти подлодки чертовы, которые нас по сюжету продвигают. Я думаю, в некоторых сериях стоит делать просто, знаете, такое приключение, где мы просто берем... И плывем куда захотим. Я считаю, это будет интересный опыт. Поэтому... О, свинец. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как игра сильно затормозила. Чертов этот раскаленный нож. 2000 градусов против моего компьютера. Челлендж. Так, дай-ка еще рыбу поем. Я думаю, есть смысл даже взять с собой засоленную. Засаленную, как это называется? Ну, точно не засаленную. В общем, соленую еду, чтобы она не испортилась по пути, и чтобы я мог есть прям в океане. Чисто ланч в подлодке. Звучит уютно. Окей. Бам. Сейчас засолим пару рыб. Из этих сделаем 3 бутылки воды. Нет, мне нужна еще одна такая, как минимум. Кислорода на 30 секунд осталось. Сейчас я поищу еще такую рыбу. Дай-ка я пескунов этих поймаю. С глайдером это сделать гораздо легче. По мне так не скажешь, потому что мне не получается. Ой. Интересно, там на глубине будет радиация? Так вот, да, мы просто идем в ламповую экспедицию, смотреть, что у нас там на дне океана. Потому что я так решил. Почему бы и нет? Еще вот эту можно съесть. Окей. Мне бы еще одну рыбу-пузырь, наверное, было бы неплохо найти. Так. Это все, конечно, смешно, но где здесь все рыбы-пузыри? Вот они. Отлично. Возьмем сразу несколько штук на будущее. Раз. Где тут еще я видел? Два. Потому что мне сейчас надо будет попить и еще в дорогу взять. Ладно, давайте не будем слишком на это тратить время. Хотя я этим вот так уже занимаюсь все начало серии. Но, блин. Подготовиться-то надо. Хорошо. Для начала делаем воду. Кучу-кучу-кучу воды. Так, все, воды сделали достаточно. Теперь самый сок. Где-то у нас тут должна была быть соль. Берем 4 соли, наверное. Раз, два, три, 4. И делаем соленый пескун, законсервированный в соли. Эта еда, скорее всего, будет вызывать у меня жажду, что очень плохо. Но для этого же мы и берем с собой воду. Думаю, не умрем. Надеюсь. Очень не хотелось бы. Окей, соленый бумеранг, все такое. Сильно они там отнимают? Минус 2, минус 2, минус 2. А, нет, слушай, вполне неплохо. Блин, мне хотелось бы, конечно, сплавать еще рыб-пузырей найти. Я извиняюсь за то, что трачу на это время. Но, типа, блин, лучше так, чем я потом умру от жажды и потеряю все. Это все будет зря.
Рыбы пузыри, где же вы все? Черт тебя дери. Ребята. Ладно, давайте я поставлю серию на паузу, чтобы не тратить время. Итак, я вернулся. Я сделал себе кучу-кучу воды. Этого определенно даже слишком много, но... В принципе, ладно уж. Пока мы будем плыть, эта вода все равно истратится, потому что довольно быстро у него уходит жажда. Что тут пишут про рыб? Вкус соли и только. Вызывает обезвоживание, но хорошо хранится. Ага. Вот эту рыбу, значит, вообще невыгодно есть. Жесткий, но вкусный. Вкус соли и только. Ладно, оставлю эту рыбу тоже, потому что, блин, мало ли. А дай-ка, наверное, даже ее сейчас съем, чтобы у меня был голод прям полный. И выпью кофе, чтобы это компенсировать. А так, да, нам пора бы уже идти. Пора бы. Идем сюда за нашей подлодкой. Где мой кофе? Кофе, кофе, где он? Алло. Серьезно, вы мне его не дадите? Эх, жмоты. Ладно, у меня еще очень много воды. Все, у нас все полное и еще куча воды и чуть-чуть еды. Сойдет. Поплыли. Садимся в боевого робота. Да. Добро пожаловать на борт. Сейчас что, ночь? Блин, обоссанный закат. Ну почему сейчас? Слишком много времени я потерял на все это. На приготовление. Ладно, пофиг, будем плыть так. Хорошо, расчетная глубина 300 метров. Теперь от этой подлодки есть хотя бы какая-то польза. Потому что, знаете ли, на 200 метров мог я и сам заплыть без ее помощи. А вот 300 уже покруче. Будем, наверное, плыть прямо по дну. Игра почему-то подтормаживает, это очень неприятно, но... Ладно уж, что поделать. Так, надо посмотреть, можно ли тут что-нибудь исследовать, потому что титан я с удовольствием бы отсюда вынес. Но металлолом я не буду брать, это неинтересно. С другой стороны, почему? Ладно, пофиг. Давайте... Йо-йо-йо, это еще что такое было? А, акула. Да пошла ты. Она меня даже не догонит никогда. Окей. Что-то тут довольно много акул этих. В принципе, ладно, я, наверное, даже не буду отсюда особо титан увозить, потому что... Ну, блин. Мы идем именно в погоню за какими-нибудь редкими ресурсами и интересными приключениями, так что... Титан я могу найти и около базы. Окей, становится уже довольно стрёмно. Даже верха не видно. Глубина скоро достигнет 200 метров. Тут везде мы, в принципе, не были. Типа, тут царство грибов это. Мы его мимо проплывали, но... Ну и бог с ним. Так, вот тут, я так понимаю, будет резкий спуск вниз. Да, и вправду. Окей. Идем глубже. До 300 метров еще прилично плыть. Это что такое? Что это такое? Так, надо ребризер надеть. Ой! Нет! Стой! Стой! Ёб твою мать! Стой! Нет! Подожди! Стой! Ёб твою мать! Тут еще и тварь какая-то кусающаяся. Это еще что такое? Это что-то новенькое. Блин, я что-то так испугался. Я там, когда маску случайно выбросил, там меня так плющить начало, пипец. Я думал, меня сейчас вообще бараний рог скрутит. Вернее, даже не меня, а главного героя. Хотя меня тоже нормально сплющило так. Ха-ха. Так. Кажется, тут есть какие-то новые штучки. Слушай, свали отсюда.
пока я все торпеды какой-нибудь не запустил, хотя у меня нет торпед, черт. К сожалению, у нас тут радиация довольно-таки сильно, поэтому ребризер не действует. А, я забыл с собой ремонтировочный этот ремонтный инструмент взять. Господи Иисусе, как я мог так тупануть? Как я мог так тупануть? Я совсем забыл про него. Меня сейчас какая-нибудь херня сожрет просто. Алмаз. Свали, 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 свали. Нам надо беречь подлодку. Свали, 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 свали. Уйди, 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 уйди. Ой, вы видели, что было написано? Я буду должен выплатить полную рыночную стоимость всего, что я найду. Там что-то 3 миллиона долларов или что там было. Окей. Мне нравится, как этот робот троллит меня время от времени. Это доставляет какой-то... Это заставляет игру чувствовать себя более живой. Вернее, нет. От этого игра чувствуется более живой. Чё вообще несу? Окей, тут какой-то очень жесткий подводный гейзер. Он прям огнем херачит. Я нашел алмаз. Меня это уже радует. Вот под такими темными камнями обычно они находятся. Еще один алмаз. Так, открыть хранилище. Давайте туда пока что сложим алмазы и золото. Очень жаль, что забыл с собой ремонтный инструмент. Но... ладно уж. Постараюсь просто поберечь лодку. Потому что плыть обратно мне лень. Окей, сюда мы, видимо, не идем. Что-то как-то, да, мы туда не попадаем. Я тут еще рубинов парочку увидел, но не знаю, брать их или нет. Ой-ой-ой. Обломки тут какие-то. Блин, мне надо быть поосторожнее, с лодкой уже 59%. Так, в какую сторону я там плыл? Моя штучка там, поэтому плывем куда-нибудь в ту сторону, но... Ой-ой-ой, еще одна акула. Они довольно опасны, хотя бы тем, что они могут мне лодку дамажить. Нормально так. Да свалите, я опять слышу еще одну за своей спиной. Так, хорошо. Это что? Это что? А что сзади меня шумит? А, гейзер еще один. Это что? Они электрические. Слушай, мне кажется, лучше к ним не подплывать, да? Жопа. Так. Окей, я тихонечко ретируюсь, пока меня никто не... Не-н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 е
думаю, если я к ним подплыву, они меня просто кокнут за секунду. Типа у меня подлодка просто возьмет, отключится или что-нибудь такое. Так, спокойно, спокойно. 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 Окей, плывем дальше. Довольно опасные тут акулы эти, сами. Опять лупят мою лодку, опять ее лупят. Это каждый раз еще так страшно. Я ж подпрыгнул. Блин, все, лодки жопа началась. Она уже искрится. Тут еще так много опасных существ. 29 прочность. Все, короче, давайте уплывать обратно. Это не конец экспедиции. Я сейчас поставлю запись на паузу и вернусь, когда приду обратно сюда и починю лодку уже. Итак, дамы и господа, я здесь. Я отплыл на 900 метров от своей капсулы. Я не помню, как давно... Ой, я не помню, как далеко мы в прошлый раз были. Ну да ладно. Хорошо, поплыли вниз. Я тут еле-еле вижу дно. Ой, скорее всего, я даже слишком далеко отплыл. А нет, нормально. Да, вернулся примерно туда же, где и был. Тут опять эти скаты, которые электричеством должны меня бить. На вот таких вот скалах чаще всего как раз таки самое большое количество разных ресурсов. Так что надо бы их почаще исследовать. Я только что вспомнил, для чего нам нужны были алмазы, которые мы нашли. Мы нашли два алмаза, и именно столько алмазов нам нужно было для того, чтобы построить лазерный резак.
Я считаю это отлично. Наконец-то мы сможем гораздо эффективнее добывать ресурсы. Типа, блин, серьезно, я вот этот вот... А что такое? Литий какой-то? Ну, давай возьмем. Он, в принципе, довольно редкий. А, что я там говорил? Нет, до этого мы определенно были дальше. Так. Ну-ка, может быть, это что-то, что я еще не изучал? Фрагмент корпуса. О, да, отлично, я теперь могу циклопа создать. Я так понимаю, это какая-то более крутая версия подлодки. Стыковочная шахта у нас что есть? Так, ну хорошо. Это там что такое? Что это? Яйцо существа. Ребята, это же яйцо, наверное, вот этой вот электрической херни. Ой, давайте выбросим, пожалуй. Зачем оно мне нужно? Только будет занимать место в инвентаре. Я смогу потом себе вырастить маленького смешного электрического ската. Но это все потом. Сейчас я не особо хочу. Наверное. Или хочу. Хочу или не хочу? Ладно, я думаю, нет смысла забивать инвентарь всякими яйцами. Пока у нас... Ой, рыбу сбил. Ай, ой, ай. Пока у нас нет аквариума. Да и тут, в принципе, их много. Если захочу, потом еще возьму. Не парьтесь. Так, хорошо. Тут есть что исследовать? Нет, это все металлолом обычный. Хорошо. Обязательно как сделаю... Ой, ай. Обязательно как вернусь на базу, сделаю себе плазменный резак, или как он там, лазерный. Уже давным-давно пора. Чтобы добывать ресурсы. Они дерутся, смотрите. Они дерутся между собой. Только что дрались. Офигеть. Так, ну хорошо. Плывем дальше. Никого не трогаем, не обращая внимания на то, что тут очень темно и страшно. Тут обоссанная соль, как обычно, лежит. Господи Иисусе. Как же много в этом мире соли. Так. Тут начинается какая-то крепота. 300, тихо. Всплывайте как можно скорее. Сейчас посмотрю, что тут можно исследовать. Пропульсионная пушка, это не интересно. Чё? Ладно, так и быть, возьму титан, потому что, так понимаю, мы отсюда прям с большим таким уловом вряд ли уйдем. Алмазы все-таки редкие. Наша цель — набрать редких ресурсов, то есть алмазов, рубинов и так далее. Но, тем не менее, металлолом тоже можно забрать. Да блин, опять ты ломаться начинаешь. Так. Повреждение корпуса неизбежно. Починим немного лодку. Посмотрим, что еще тут есть. Блин, металлолома у меня и там куча. Дайте мне что-нибудь поинтереснее. Кварц. Это что такое? Пропульсионная пушка. Ну, блин. Эх. Главному герою на глубине... 300 метров, я так вижу, вообще нормально. Вообще пофиг, как будто он по земле ходит. Как будто он был рожден на этой глубине. Эх. Ой, как тут быстро кислород-то кончается. Ой, как он быстро кончается-то. 3 секунды, 0 секунд, стой, залезай. Дыши. Йоу. Это было страшно. Так, ну что ж. Видимо, вот этот вот путь для нас закрыт. Там уже слишком глубоко. Или я могу, в принципе, вот так вот поплавать, чисто поглядеть, что там есть вообще.
Если что, сплавать самому. Вот мы сейчас на 300 метрах. Вот 1,5 километра. Полутора километрах, извиняюсь за выражение, от нашей капсулы. Так, ну что, кто-нибудь видит что-нибудь интересное? Я пока нет. Сюда бы с лазерным резаком прийти. Потому что тут какие-то руды есть прикольные. Тихо, все хорошо. Не парься. На самом деле, слава богу, что мне туда нельзя. Вы посмотрите, как там темно и страшно. Мне кажется, это уже прям запретная зона, где меня убьют просто сразу. И чё, мы отсюда просто уйдем с горсткой металлолома? Меня это не устраивает. Блин, акула. Окей, спасибо, что атакуешь не меня, а хотя бы мотылек мой. Мотылек я могу починить, себя починить не могу. Если не считать аптечек, но... Если ты меня перекусишь на два, я себя вряд ли уже починю. Когда-нибудь мы обязательно пойдем в экспедицию вон туда. Обязательно. Ай! Свали отсюда. Мне просто надо будет еще прокачать моего мотылька. Как это делать, пока непонятно, но разберемся. А еще акулы, господи Иисусе, сколько же вас тут? Уже устал на ваши лица смотреть. Не, ну когда ты в подлодке, тебе, конечно, вообще на все пофиг. Ты видишь там какого-нибудь здоровенного кракена в 15 тысяч раз больше тебя самого, и ты такой, ну давай, попробуй меня достать, я в подлодке. Тем временем моя подлодка почти сломалась, о черт. Сейчас, подожди. Чини, 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 чини. Чини, 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 чини. Чини, чини. Все хорошо. Я живой. Я живой, я живой, все хорошо. Подлодка моя тоже жива, все хорошо. Блин, тут скаты электрические. Так, поплыли, наверное, в пещеру вообще. Аккуратненько посмотрим, что тут есть. Это что, яйцо? Яйцо, это неинтересно. У нас такое, по-моему, вообще есть даже. Окей, рубины, допустим, возьмем. Золото тоже, допустим, возьмем. Оно вроде как полезное. Серебро тоже полезное. Хоть и не такое прям супер редкое, но полезное. Мне его и немного как раз. Так, подлодка моя безопасность. 80 секунд кислорода. Лизий. Твою мать. Кула. Ладно, поплыли в другую сторону. Мне нравится, как я просто любые враждебные существа называю акулами. Зарядки на лодке еще много. Окей. Нашли что-то интересненькое. Какие-то обломки. Вот это уже хоть какой-то движ. Ой, как там темно. Так, давайте исследовать. Главное, чтобы меня не убил сейчас электрический скат. Комната сканирования у меня уже есть, но ладно, титан лишним не бывает. Ого, тут прям лаборатория какая-то, смотри. Фрагмент модификационный, ну... Но у меня тоже есть. А нет! Модификационная станция, это как раз-таки то, что мне нужно, чтобы прокачать самого себя. Помните, о чем я говорил? Слушай, тогда ищем. Разрежьте, чтобы открыть. А, плакал мой. Плазменный резак. Вернее, лазерный. Неужели мне придется сюда прийти снова потом? Ну-ка, открывай дверь. Я нихера не вижу, мужик. Так, сейчас, секунду. Обязательно сюда вернемся, да, я только подышу. И попью. И поем. Так, попить. Поесть. Попить. И еще попить. Сойдет. Так, посветим вот сюда. Чтобы мог хоть видеть, что там происходит.
Ладно, давайте вот так. Оставим ее. Окей, идем смотреть. Стазис, винтовка. О-о-о! Хочу винтовку себе. Из двух компонентов он состоит, окей. Еще стазис, винтовка. Супер. Сможем ее сделать себе. Ну, судя по слову стазис, она будет просто... роскошный горшок. Роскошный гор... Ребят, ну наконец-то. Ну наконец-то. Горшок для растений. Ну наконец-то. Нет, кстати, на самом деле неплохо. Типа... давно пора. Можно автомат со снеками? Да, автомат со снеками! Хочу, блин. Хочу себе автомат со снеками на базе. Я его теперь могу сделать. Ребят, следующая серия начинается с того, что я делаю автомат со снеками. Подышим немного. А, о чем я там говорил? Судя по слову стазис, это пушка, которую я смогу скрафтить и скрафчу в ближайшее время. Она будет противников моих просто станет на какое-то время, чтобы они не могли двигаться, знаете, парализовывать их электричеством или что-нибудь такое. Так, вот это что такое вообще? Водоочистная станция. А, она походу сможет вообще делать мне бутылки воды из ничего. Она мне обязательно нужна. Потому что я уже устал плавать и ловить рыб. И, типа, очищать воду прям океанскую было бы гораздо-гораздо удобнее, чем плавать и ловить рыб. Слушайте, отличный улов. Куча чертежей. Пока не факт, что я могу их сделать. Ну посмотрим, посмотрим. Хорошо, открываем следующую дверь. Она ведет, к сожалению, просто на улицу. Черт. Может быть, я могу дверь саму изучить? Что-то как-то нет. А, ну что ж, улов отличный. Скоро мы сможем избавиться от нужды плавать за рыбами каждый раз, когда хотим пить. Обоссанная акула. Так, дай-ка я сяду в подлодку. Смотри, КПК, новый чертеж. Сейчас посмотрим. Большой аквариум. А мне бы хотя бы обычный сначала поставить, господи Иисусе. Серьезно. Так, на акулу забиваем. Пусть делает, что хочет. Я вот это сказал, и сейчас такой уплываю от нее в страхе. Угу. Супер. Так, дай-ка я попробую. Тихо, акула, не обращай на меня внимания. Не обращай, не обращай. Я, меня тут нет, меня тут нет. Огромный ящик, который я открыть не могу, херсен. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, тут какой-то фрагмент корпуса. Эта херня там в стенку долбится, бог с ней. Исследовать не могу, ок. Блин, еще электрические скаты понаехали, ну что ж такое-то, а? Слушай, сюда вообще было бы прекрасно с плазменным резаком прийти. Потому что, как вы видите, там есть закрытая дверь, которую можно только разрезать на куски. Ой. О, давайте ее изучим по приколу. Стой! Стой, дай мне тебя изучить, мразь. Зи-зи-зи. Изучили, все, валим отсюда. Давайте почитаем, что ли, про нее. Сильный хищник, который живет небольшими группами, яростно защищает свои охотничьи угодья. Экзоскелет, большие глаза. Высокая светочувствительность. Можно отвлечь источниками света. Так вот почему она атакует подлодку, а не меня. Потому что она обращает внимание на свет. Надо отключить фары тогда. И починить лодку еще заодно. Ой, я случайно фонариком посветил, это было стрёмно. Так, я вижу еще... Ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу еще что-то очень хорошее и полезное. Да ёб твою мать. А нет, это мы уже изучили, это КПК тот же самый. Ну, возвращаться сюда с плазменным резаком мне определенно лень. Определенно лень. Где моя лодка вообще? Да ёб твою мать. Все, отключил я фары, отключил. Это, кстати, электронная херня. Ой, а где дом? Вон он. Знаете, было бы, конечно, хорошо тут радиомаяк оставить,
чтобы пометить это место, чтобы я мог вернуться сюда потом. Но... так лень сюда возвращаться. Хер с ним, наверное. Ой, извиняюсь, я снова издал этот идиотский звук. Я случайно. Постараюсь впредь этого не делать. Я так стараюсь этого не делать, но... Вот так вот, да, получилось случайно, извиняюсь. Хорошо. Так, я думаю, серия так уже очень сильно затянулась. Очень сильно затянулась, я уверен в этом. Мне кажется, она длится уже минут... Хрен знает вообще сколько. Опа, а это еще что такое красивое? Блин, это всего лишь яйцо, я подумал, это алмаз. Главное вблизи этих акул... не светить фонарем. Все будет хорошо. Ай. Золото сойдет. Золота у нас не так уж и много. Окей, тут можно сверху выйти. Ай. Ай. Пока безопасно, есть смысл починить подлодку. Где она? Я ее потерял. Окей. О, тут, кстати, есть мозговые кораллы, от которых можно дышать. Неплохо. Отключаем фары, чтобы не привлекать внимание. Ёб твою мать, они меня все равно заметили. Ладно, тогда включим фары, чтобы оно отвлеклось на подлодку, а сам я мог спокойно сплавать. Алмаз, отлично. Ах, вы твари такие. Окей. Покусали мне подлодку, 70% жизни. Я сюда сложу все лишнее, что у меня есть. Титан, титан, ла-ла-ла. Все складывай, складывай, складывай. Все отлично. Ой, стой, стой, стой. Нет, не так. Воду выпью. Это съем. Все, супер. Ну что, потихоньку выдвигаемся к дому. Сейчас по дороге, думаю, взять парочку... металлоломов. Так, этим херем, наверное, лучше не подплывать. Смотрите-ка, что я нашел. Капсула. И алмаз. Ну что ж, освободили еще одно место. Так. Берем ящик с данными. Что тут у нас? Репульсионная пушка. Да я ее еще, блин, в первой серии изучил. Ёп. Так, хорошо. Что еще есть? КПК. Угу. Угу. Очень интересно. Спасибо. Хорошо. Что-то вы мне Америку не открыли, ребята. Я даже как-то разочарован. Да, пока место есть, возьму металлолом хотя бы, чтобы с титаном отсюда уйти. Свалите от меня, чертова акула. Мне, кстати, нравится, как я их называл акулами, и они реально оказались акулами. Мне это нравится, потому что... Не знаю. Ощущение, что я все это время их правильно называл. Круто. Так. Ой, как эта серия затянулась. Смотрите, тут какая-то расщелина есть прикольная. Я предлагаю туда сплавать. Тут нет ничего. Забейте. Так. С
самое главное, чего мы добились в этой серии, это что мы теперь можем сделать сраный автомат со снеками. Так, это что за штука странная стоит? Фрагмент мостика циклопа. Пусть будет. Не знаю, изучал его или нет. Да, изучал. А в инвентаре есть еще место для трех металлоломов, между прочим. Металлолом, это, блин, круто. Это тупо 4 титана. Ай. Так, если вы слышите странные звуки, это просто я там ногой дергаю под столом. Блин, надо уже заканчивать серию, я уверен, она длится уже там минут 50. Ладно, сейчас титанчику наберем хотя бы. Хотя бы титан набрать. В принципе, если мне будет не лень, что вполне вероятно, я еще вернусь туда уже с плазменным резаком. Ну и, соответственно, запишу, как я открываю эту дверь. Смотрю, что там вообще есть. Вполне возможно, что там попадется что-нибудь хорошее. Так. Два титана. Два титана. Осталось еще место для где-то, не знаю, 6. О, вот и металлолом мой любимый. Пам. Места нет. Выбрасываем. Че выбрасываем? Да ничего не выбрасываем. Сейчас еще что-нибудь подберем хорошенькое. Свинец довольно редкий. У меня его немного. И что-то тут еще. Медь. Ну, не сказал бы, что медь у нас в убытке, но ладно, пока так. Все, полный инвентарь. В принципе, мы можем плыть. Ой, не то. Плывем домой. И я тем временем должен на этом закончить серию, потому что она и вправду очень сильно затянулась. И, в принципе, я думаю, никому не интересно смотреть, как я плыву и просто прихожу домой и прощаюсь с вами. Поэтому, итак, да, на этом мы с вами заканчиваем. В следующей серии самое главное, самый приоритет у нас это сделать. Автомат со снеками на базу. Ну и второй на месте приоритет. Это у нас сделать лазерный резак. И может быть даже вернуться туда, посмотреть, что там за этой закрытой дверью. Посмотрим, посмотрим. А, ну в принципе, вот я уже на базе, считай. Пока я тут трындел о том, что надо заканчивать серию. Она и вправду уже подошла к концу. Ол. Так, ставим вот сюда подлодку, чтобы она заряжалась. Чиним. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все, на этом точно заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем пока.